Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву? История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни. Реальности, с которой сталкиваются в России каждый день.